Расскажите, как вам выступление президента и главное, почему вы здесь оказались, молодой человек? Ради денег. А? Ради денег. Ну. Мне за это заплатили. Много? Ну, достаточно. Стоило того, чтобы потратить свое время в субботу? Стоило, да. А это нормально, как вам кажется, что за это платят? Ну, наверное, да. Почему? Ну, это же предвыборное мероприятие. Ну и что? Ну, тут вроде как должна быть поддержка, ну, настоящая. Я поддерживаю Путина. Почему? А, то есть приятно поддерживать Путина, когда за это еще и плюс заплатят. В принципе, да. Я, если бы мой кандидат мне еще и платил, наверное, тоже бы поддерживал. Ну вот. То есть вы бы поэтому? Да. А вы бы, если бы не заплатили и не пришли, вы бы голосовали за него все равно? Нет, пришел, я голосовал бы за него, да. А тогда зачем они платят, если вы бы так пришли? Чтобы народу больше было. А это важно? Ну, да, если народу будет меньше... За него никто не проголосует.